У нас сегодня корпоратив. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на небесах среди невиданных зверей избушка там. Орёшь на весь дом. А вон папа сорелый. Сосульки? Сосульки, что ли, рубят? Красиво. Там смотри, я на красную помаду вот этот блеск нанесла. Не твой, который у меня есть другой. Мама, идём ко мне в комнату. А вы что такие нарядные? Вы где выступать собрались? Дома? Я попросил тебя остаться, но ты минимум должна открыть глаза и сделать то, что я прошу. Лея, ты помнишь, что я запретила тебе краситься? Да, я не могу удержать. Ты не могла удержать? Да. Что удержать? Шанс. Что? Шанс. Стрелы. Понятно? Понятно. Это вообще стрелы. Это чей косметики? А можно отсюда, пожалуйста, уйти? Алло, два разделим тебе одни стрелы, мне одни стрелы. Ты моей косметикой красилась? Знаешь, это все были мои все. Лея, скажи честно. Нет. Честно скажи. Нет. Вот это я достала. Смотри, вот это вообще прям солнцезащитное. Шторы, шторы, шторы. Как же выбрать шторы? Ты сказала максимум, все одно главное. Вот да. Максимум. Так, вот это я даже не достаю. Как можно? У нас тут творческая мастерская. Леюшка, главный художник. Как красиво. Ариэлин дом. Баба подарила нам дома. О, Майя, это шикарно! Это шикарно! Давай. Вау! Привет! 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 Ариэль настоящая творческая личность. Алло. А ты что жжешь?